Актуальный для Якутии законопроект, напрямую затрагивающий интересы жителей северных арктических районов, республики требует серьезных поправок. Речь идет о любительском рыболовстве. В документе есть много пунктов, которые не подходят для любителей рыболовства региона, считают в республике. Так, например, якутяне хотят, чтобы им предоставили возможность во время любительской рыбалки использовать сетные орудия, а не ограничивать только удочкой или спиннингом, как это делают в других регионах страны. Субъект намерен получить право принимать участие в согласовании правил любительского рыболовства при утверждении федеральными органами власти. Эту тему сегодня обсудили в госсобрании Илтумен с участием всех заинтересованных сторон. В круглом столе приняла участие и депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова. Мы не первый раз обсуждаем данный законопроект, но в первом чтении он уже был принят в декабре 2013 года. То есть концептуальная концепция данного закона, законопроекта уже была определена. И сейчас нам требуется только в форме поправок. Возможно, ко второму чтению мы сможем через тот интерес